на государственной регистрации брака. Уважаемый жених и невеста, каждый из нас выбирает в жизни свой путь, свою дорогу. С сегодняшнего дня у вас одна дорога на двоих. Будет ли она длинная и широкая, спокойная или волнующая, радостная с улыбками и цветами, это зависит от вас. От вашего желания любить и верить в свою любовь. От вашего умения помогать и прощать, терпимо и терпеливо относиться друг к другу, слушать и слышать свою вторую половину. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, искренним и свободным? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему желанию и согласию, ваш брак регистрируется. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Молодые супруги первыми покидают наш зал. Долгого и доброго.